Всех приветствую на нашем канале Optanet. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот маленький GSM-трекер, который позволяет прослушать то, где он находится, ту местность. Он имеет маленький магнитик, в него вставляется, вот смотрите, вот маленькая вот такая вот штука. В него вставляется сим-карта, и сюда можно звонить, слушать, что происходит. Заряжается он от обычной microUSB-зарядочки. Сейчас я более подробно расскажу и покажу, что это такое и как его правильно настроить. Подписывайтесь на канал, приятного просмотра, поехали! Итак, ребят, трекер идет вот такой коробочке. Открываем коробочку, и здесь сразу мы видим GPS GF07. Вот здесь такая крышечка, куда, собственно, и вставляется сим-карта любого оператора, самая большая. Здесь также находится на верхней части у нас выход microUSB для зарядки этого трекера, потому что там есть батарейка. И вот на передней части у нас выход двух микрофонов, которые смогут слушать то, где он находится. В комплекте вы еще получите кабель microUSB на USB для зарядки этого трекера и, конечно же, инструкцию по эксплуатации этим трекером, но сейчас я вам более подробно расскажу, как его настроить и что он еще может. Ну, во-первых, его нужно зарядить, как только вы купили. Дальше открываем вот эту крышечку, и сюда нужно вставить сим-карту, вот такого типа сим-карту, то есть большая, со всеми переходничками, как были раньше. Вставляется она вот таким вот образом, здесь нарисован на картинке, как она вставляется. Аккуратненько вставляем эту сим-карту. После того, как мы вставили сим-карту, смотрите, там загорелся индикатор. То есть он будет гореть несколько секунд, может секунд 20. И погаснет, показывая то, что оно действительно уже работает и сим-карта активировалась. На тот номер, который находится в трекере, отправляем смс с 3 нулями. Нажимаем «Отправить» на тот номер и ждем подтверждения. Через несколько секунд трекер должен нам прислать ответное сообщение. Ждем. Итак, ребят, от трекера пришла смс-ка, я на связи, и ему нужно позвонить. Нажимаем вызвать, и вы просто, ну, этот трекер положили куда вам нужно, вызываем этот номер, который находится там. Вот смотрите, я сейчас вызываю, и после нескольких гудков он просто сам по себе поднимает трубку, и будет именно слышно то, что происходит там, где находится этот трекер. Он очень маленький. Смотрите, идет вызов. То есть, видите, он взял трубку, и я говорю, раз, 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 два, раз, два, три, четыре, раз. Видите, происходит прослушка, то есть все слышно, что происходит там, где находится трекер. Это очень круто. Для того, чтобы трекер записывал разговор, вот там вдали есть еще выход под SD-карточку. Видите, за сим-картой вдали. Туда можно вставить SD-карточку, и, соответственно, весь разговор, который вы хотите, чтобы он записывал, будет писаться на ту самую SD-микрокарточку. Чтобы он записывал разговор, вам просто необходимо написать SMS на этот номер, с 3 пятерками. То есть отправляем 3 пятерки, и он будет сразу записывать все то, что происходит там, где он установлен. Для того, чтобы он, ребят, прислал вам координаты, вам необходимо отправить 3 семерки. Смотрите, 3 семерки отправляем, он ответное сообщение передаст со своими координатами. Но для того, чтобы он передал сообщение, а там нужно, чтобы вот прошло где-то минут 10. Смотрите, если вы хотите, чтобы он вызывал вас сам, то есть вы поставили, например, на ночь этот трекер в автомобиль, если вы хотите, чтобы он звонил на ваш телефон, вам необходимо написать смс-ку с 6-ками. То есть 3 шестерки, раз, раз, два, три. Отправляем это сообщение, и как только происходит какой-то шум, где находится трекер, он сам будет вызывать на вот этот номер, который привязан к этому трекеру. Собственно, привязан номер тот, который звонил ему самый первый. Ну, соответственно, это вы. А для сброса вот этого всего вам необходимо отправить смс с 3 девятками. Отправляем, соответственно, сделается сброс всего. Карту. Видели? Только что трекер набрал меня сам. Смотрите, ребят, пропущенный вызов от трекера. Только что он мне позвонил сам, то есть я разговариваю, он услышал шум и набрал меня. Ребят, все команды, которые нужны для активации этого трекера, я оставлю в описании, переходите более подробно. Там каждая команда, и будет написано, что, как, собственно, нужно. Вы поставили симку, закрыли крышку. И, собственно, такую маленькую штуку, смотрите, сравниваю с спичечным коробочком, она реально маленькая. И куда-то поднесли, куда нужно. Здесь 2 сильных микрофона, которые позволят
отлично слушать то, что нужно. Можно на ночь в автомобиль кидать, чтобы он вызывал, когда происходит шум. Кто-то хочет угонять. Сел, шумит, он вызывает вас на телефон, вы перезвонили, можете смотреть. Также посмотреть информацию. Но чтобы он вам звонил, нужно, чтобы на трекере были деньги. Потому что, видите, он пытается мне позвонить, но у него сейчас на этой сим-карте нету на счету. Поэтому просто приходит уведомление, что он пытался мне дозвониться. Вот такая вот штука GPS GF07, ссылка на него будет в описании. Более подробные вопросы, ребят, задавайте, пишите, с удовольствием на них отвечу. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока.